Всем привет! С вами я, Наталья Куткова. И сегодня у нас прогноз с вами на 29 мая 2024 года. Давайте посмотрим, какую карту дня сегодня достанем и что будет рекомендовано в этот день. Итак, карта дня. Увидим то, что человек отвернут. Что же это значит? Это значит, не бояться надо ничего нового, потому что открыты много границ и много шансов, а человек отворачивается от своих шансов идти даже в новое, да, пробовать что-то новое, что-то интересное, которое, возможно, потом приобретет некий успех, даст некий, да, результат с вами. Также дает попробовать альтернативные способы разрешения ситуации, таких как вы привыкли. Но это не всегда правильно, и порой нам необходимо пересмотреть свои взгляды и подход к чему бы то ни было. Этот еще аркан духовного развития, который говорит: «Я не слишком ли ты много времени уделяешь материальному?» Сегодня вы делите время для обучения и получения также новых знаний, не боясь идти в новые возможности, которые новые пути открыты. Тут самое главное увидеть этот новый путь и идти вслед за ним.